Венец хлебаробской працы – дожинки. Сёлета их столицей на Брэшчине стал Пинск. На головное хлебаробское свято из усёй области съехались не только пераможцы жнива. У насыщенной дожиночной программе гармонично пераплялись гандлёвый кирмаш, выступления творчих коллективов, а так само шматлики и иншие святочные мероприемства. Уражениями поделится Прасковья Якименко. Похорошевший стародавний город над Пиной гостей сустракал с самой раницы. Святочный настрой бодерыми песнями задавали самодельные артисты. В Абеле аж 3 километра гандлевой рады. Очень замечательное оформление. Все люди отнеслись с огромным творчеством. Город наш очень преобразился, стал намного красочнее, чище, уютнее. Просто выше всяких похвал. Даже, если честно, не ожидал. Идешь, просто радуешься. Кажется, город ожил, как новый стал. Радуется глаз, очень радуется сердце за свой родной город. Мы звучим продков своих, сберегаем усіх гостей, хлебом солью витаем. Зранку у городе керамництва в области у делегации высоких гостей наместник премьер-министра Республики Беларусь Петр Прокопович, министр сельской господарки и харчевания краины Леонид Заяц, министр лесной господарки Михаил Амельянович, старшиня правления Белкапсоюза Валерий Иванов. Дожиночный кирмаш – выдатный шанс для вытворцев показать свою продукцию на всех узровнях и во всех годностях. Своего рода неголосное спаборництво презентации продукции. Показать товар тварам – это так само потребуя великого умения. Особной чудовной краиной разместился город майстров. Выробы из древа, соломки, бяросты и инших природных материалов – неповторные узоры творчести, выраблены по традиционных технологиях. Особливой значности у насыщенной фестивально-кирмашовой программе открытие памятного знака хлебу, покуль одиного подобного у в области и Беларуси. Тем часом строятся святочные колонны и доголовные пляцовки свята, что на площади Ленина рушить заслуженно триумфальное шествие. Брэшчина в этом году вырастила урожай без улику кукурузы у 1 452 000 тонн. На 83 тысячи тонн больше, чем у рекордном 2012 году. Рекордная и средняя урожайность – 41,6 центнера. Всегда наша область имела хорошую продовольственную безопасность, ежегодно. Но в этом году действительно урожай рекордный, потому что мы на каждого человека, который проживает в Брестской области, вырастили и получили, положили в закорма более 1 тонны зерна, чего никогда не было. Поэтому, конечно же, в этот вот прекрасный солнечный день нельзя не сказать огромное спасибо всем нашим хлеборобам, которые имели отношение, имеют к этому большому караваю. Я уже когда-то говорил, сегодня тоже скажу, что большое спасибо и тем людям, которые были причастны этому караваю. Это и наши медики, это наши учителя, это наши работники культуры, работники правоохранительных органов. То есть у нас на Брэшчине все те, кто проживает на территории Брестской области, они причастны к этому огромному, большому караваю. Я еще раз хочу сказать большое спасибо всем им и низко-низко поклониться. Уздымается стяг дожина. Керовник в области витает удельника фестивалю кирмашу святочной промовой и начинается урочистая церемония узнагороджения. Сярод районов пераможцами признаны Барановицкий, Брестский и Ивановский, где наивысшие темпы росту волового сбору зерня до среднего узровню попередних 3 годов. У тройцы лидеров сярод господарок – птушкафабрика «Дружба», Барановицкая птушкафабрика и сельгазский оператив «Узыходящая зара» Кубринска района. 21-го жатва у меня на счету. Как бы я до жатвы привык, тяжелый труд, да. Я не скажу, это не с легких. Ну, стараемся полеглость убирать, ну, чтобы полеглости меньше было. Потери, с минимальными потерями стараемся убирать. Ну, так, многое зависит от комбайнера. Регіон з високим потенціалом для нарощування харчового експорту. Таку оцінку дає в області намісник прем'єр-міністра республіки Петр Прокопович. Урочистую частку шанування переможців зміняє концерт лепших колективів аматорської творчості і особних виконавців Брестської області. Затим удельники свята усклали вянки до помніка у пам'ять визволення Пінська. Події, дякуючи якої тепер махчима під мирним небом вирощувати урожаї і святкувати теперішні дожинки, радуватися сонцю і всьому, що вакол.
Конечно, я счастлив, я думаю, что счастливы все эти люди и горды за то, что Брещина может работать, что мы работаем все как одна семья. И это самое главное, это ничем не купишь и ничем не заменишь. То есть Брещина всегда должна быть, она и есть монолитная во всех наших делах. Прасковья Кименко, Миколай Ковалев, Юрий Плінда, обласні новини, Пінськ.